Вот и проложили сегодня очередные 6 метров 60 сантиметров. Ну, может, 50. Ну, 6,5 метров. Так. Ну, пришлось сразу ложить. Я уже не вылазил, чтобы снять. Тяжело, конечно, шло. Ну, вон она лежит. Видно. А скажет-то вот. Скажут, что вот это все выкопало-то и теперь засыпает. Меня-то здесь видно не было, меня никто не снимает. Кто верит словам? Словам никто не верит, верит вон делам, которые вон. Да я все сделала. Вот. И что тут скажешь вот после этого? Ничего не скажешь. Вот такая она у меня таинственная. Ну, здесь, конечно, был кусок, вот он. Здесь я прорубался, оно просто было все, ну я не знаю, как известняк какой-то. В общем, конгломерат какой-то. Ну, лопатой перерубил, но я думал, что все, придется обходную делать. Ой. Ну что, осталось сейчас засыпать. Стройка выходного дня продолжает свою работу.